тогда вы можете просто раствориться в картинке, которая вам приходит, не пропуская ее через голову, а раствориться самому себе. И тогда вы видите то, про что говорит, показывает, дает какое-то знание, информацию тот человек, к которому вы зашли в поле. И это уже про другое. Научитесь не задавать вопросы, которые вы можете интерпретировать только через голову, а научитесь поворачиваться к себе, чтобы в дальнейшем видеть через поле знания того человека, кто может дать. Как это сделать? Вот эти все излюбленные фразы «внимать внимание», «я само внимание» – это все сказано давно, и все внимание у нас отрепетировано, но толком никакого нет, да? И «внимать внимание» – это, ну, мне кажется, вчерашний день, это только можно пропустить через голову. Потому как, когда вы начинаете «внимать внимание», то есть вы себя видите, видите себя, сверху видите наблюдателя, потом вы видите наблюдатель наблюдаемого. Но это вы можете пропустить только через голову. Как бы вы ни старались, какими бы вы молодцами не были, это можно пропустить только через голову. Что нужно сделать, чтобы прийти к себе? Начать растворяться в себе. Что такое растворяться в себе? Это когда ты не смотришь по сторонам. Это когда ты не видишь себя сверху, сбоку. Это когда ты не начинаешь чувствовать, куда у тебя пошла рука, нога, как у тебя идет по венам кровь. Это когда ты растворяешься в себе, и вот это вот вот эта вселенная, она растекается в самом себе безгранично. Вот когда вы научитесь вот это вот отслеживать, тогда вы можете в любой ситуации приходить к себе через себя, какая бы она ни была.